Всем здравствуйте, меня зовут Арина, город Санкт-Петербург. Сегодня четверг, это значит, я приехала ТРК Питер Радуга на космонавтов 14. Я сейчас в Ашане, тут уже готовится полным ходом к 8 марта, февраля, нет, хватит. 229 рублей Palma Leaf, 319 рублей спа-бьюти-терапия у вас в ванной, Мрелис, 259 рублей. Также 399 рублей. Джонсонс 199 рублей, кстати. Вот. 259 и 259. Что-то вот это вот как-то 259, да? Ну так я смотрю здесь, да. Здесь... А, вот еще. Бали для тебя. 199 Бали, вернее. Крискур. 269 рублей. А от других не болим. Так. Это у нас 149. А тут что, все 149? Получается. Какие тапочки. Да, тут все по 149 рублей. Как интересно. А, внизу 319, 329. Это вот то, что вот наверху. Все по 149 рублей. А тапочки. Ну, тапочки, конечно, дам за 419. Ну, с ордочком. Тоже тапочки. Куколки, тапочки. Сумочки, кстати. 399 рублей. Из материала на молнии. Кисонька. Так, такая. Угу. 399 рублей рядышком. Интересно, да? Так, 73 рубля. Что, здесь мыло, что ли? Кусок мыла. Так, это соль. 109 рублей. 97 рублей. Угу. Мыло 45 рублей. 260 рублей только наборчик. ТАФ 168. Так, 229. 299, 179, 199. Я вниз не показываю, потому что тут все идет рядами, все одинаково. А кроме вот этой бархатной ручки, 129 рублей. И мыло за 99 рублей. Вот такие наборчики. Ой, как взять-то поудобнее. Вот три тучки, 129 рублей. Кружки за 119, 159. Вазочка. Нет, это свеча 129. А вазочка пока не указано. Может быть, с другой стороны найду. 89. Это у нас что? Это у нас поднос. А поднос у нас здесь сколько стоит? В зеленом виде 239 рублей. Такой поднос, круглый поднос за 159. Ага, 339. Ой, не-не-не-не-не. Кружка не смущает, чайная пара. Вот это вот. Банка 200. Да, 228. Слушайте, сколько народу. Все не работают, я смотрю. Ваза 169 рублей. Это свечка 189. Угу. 269 рублей. Такая кружка очень... Нет, вот это впивается, держать неудобно. Ваза 390 рублей. 419, вот такая. С дырками? Нет, не с дырками. А вас чего бы была бы с дырками, да? 49 рублей. Какая прелесть, посмотрите, а. Вкусная такая прелесть. А это у нас, да такая же. Я просто подумала, что может... Нет, 49 рублей. Симпатично, 67 рублей. Такая вот. Такие салфеточки. 109 рублей баночка. Ну так. Снова подошла к орхидеям. Здесь все печально. Распечально. Те же, по-моему, орхидеи, что и в прошлый раз, неделю назад были. За 552 рубля. Офигеть. Посмотрите. Как все печально. И печально явно с корнями. Мы сейчас с вами посмотрим быстренько. С корнями печальника. Там основание...
как-то тоже вон там желтенькая. Да, за 552 рубля это не круто. Круто. Орхидея 1337 рублей. Вот этого, да? Угу. Вот это вот. Вот за это они хотят, чтобы человек отдал 1337. Что-то, знаете, вот здесь они, наверное, давно не были. Работники. Ну, вот орхидейка бедненькая. Единственный, который дышит в этом отделе. Так. Ну, как видите, это уже распускается все то, что было. Так, 79 рублей. Как мне сказали, вот цветочки-то все или приклеены, или пришпилено. То есть, ну, может быть, так грустненько. Вот. Ну, как-то так.